Что ж, друзья, приветствую всех, гоу в телепорт. Что-нибудь есть тут стыбрить? Велла-клан! Ужасно тихо. Это плохо? Ну, лично я ничего хорошего в этом не вижу. Сколько? 51 маловато. Ну, так еще покатит. Здесь у нас... Я лучше промолчу, да? Ну... Че, мне их мариновать, что ли? Похоже на затишье перед бурей. Здравствуйте, дяденька. Он, по идее, магическое существо. Хотя, по идее, реликт. Наверное. Яд. Зверей, трупоедов, призраков, проклятых. Реликты. Ну, по идее, он реликт. Я так предполагаю. Хотя, может, и нет. Ох, ты ж ёберный ты, матрёшка. Ты ж, мужик, а ты чё так больно дерёшься-то? Понятно все. Я не знаю, как мечом он долбит камень. Ну ни хрена себе. Едрить напополам больно ж, ёп. Ага. Чё, всё, откопытился? Что есть? Ну, так. Я знала, что мы справимся. Сердце голема. Да? Могла бы предупредить. Так. О, сундучок, здравствуй. Да. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Масло Но против огров? О, а я-то думал, где эту хрень-то мне найти? Это хорошо. Отлично. Так, пурга. После убийства противника ненадолго замедляет время.
А нужно мне это вообще? Элементаль земли, ё-моё. Сколько же здесь противников они понаделали? Это просто жесть. А, я понял. Так, хорошо. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю. Что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Ой. Что, у тебя снова какие-то предчувствия? Еще какие. Сдохни! Блин. Отлично. Я меч вообще в дугу затуплю. Ох-хо-хо, бьет он больно, кстати. Терпи, да и все. Смотри, они открываются. Но вперед. А здесь еще какая-то ловушка, типа. Нет, сундучок есть. Так, составной болт. Ни хрена себе здесь. Мне такие ловушечки начинают нравиться. Можно их еще полтинничек. Ладно, не зря я сюда зашел. Так, а сердце горгульи. Блин. А у меня же вроде тоже было какое-то зелье. Или нет? Или я не купил его? Видно, я его не купил. Ладно, поперлись. Далее. Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий голем. Масточка. О, получилось! Идем. Может, хватит двоих? А? Ну хотя ладно, третий тоже не помешает. О, мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Вялаглан! Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу чародеев. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась? Они не уничтожили, они просто нафиг заморозили, не стали с ней запарываться. Неплохая, кстати, идея. Почему я эту статую не могу осмотреть? Ну, а, все. А тут, кстати, стража-то чародея в большом количестве была. Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Сара!
Они уже здесь. Товар дорог. Займись ими, нам нельзя терять времени. Нихамар. Рен! Идите. Кем будем драться? Что это? Белый ход. Его вызвал чародей дикой охоты. Ты сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе. Чего ты, прости, хочешь вызвать? Тарианоной! Бурун, Деметий и Крест. Мило. Так, что мне сейчас пригодилось бы? Урга. Нет. Зелье. Да, пригодится. Молочное зелье Петра лечит мощь знаков, действует дольше. Действует 60 секунд. Маловато. Так, действует дольше. Это мне, блин. Мне мало чего полезного-то осталось. Ну, ладно. Готово. Держись поближе. Квен, да? Кажется, сейчас не будет тут же ППО. Вайнакалар! Ну из какого будут нападать? Их нужно закрыть! Не сходи! Я сама, прикрывай меня! Да, начинаешь думать вопрос чем. Вот, блин, только начинаю снимать, сразу звонят по телефону, прошу прощения. Хорошо, хоть звук успел отключить. Давай-ка Т-шечкой воспользуемся. Thank you.
последний. Тихо. Это чё? Мне надо будет идти в... Да размечтались вы. Да. Я надеюсь, не надо будет отправляться в край, где этот долбанный белый хлам. Очень бы не хотелось, если честно. Потратила слишком много силы. Так. Только в обморок не свались. Пока я в твоих крепких объятиях, ни за что. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю. Нужно идти. Дай какую-нибудь зелье бодрости. Так надо было вообще другое выбрать. Они заблокировали проход. Может, я попробую... Предоставь это мне. Они кислая у них магия, я вам скажу. Правда, она по большей части немножечко пойдем. Пугает. Может, мы их еще догоним? Как они сюда пробрались раньше меня, вот ничего интересно. Ну, здрасте. Ну да, здесь, наверное, к холоду готовились-то явно. Столько алкогольной продукции. Здесь тоже ничего нет, что ли? Да ладно вам. Так, а ну-ка давай-ка я все подожгу. Может, какой-нибудь секрет будет? На уж, хрен тут мне. Секрет. Эх, жалко, вот мини-задание, типа подожги, к примеру, все. Не будут тебе, не знаю, какую-нибудь там няшка-вкусняшка. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Один я бы в жизни здесь не прошел. О, здрасте. Так. Что интересного тут меня ждет? Здрасте. Вот так вот.
Пятая эссенция с этих дурней падает. Понятненько. Так, здесь у нас что? Так, перчатки следопыта. Ну, я бы не сказал, что сюда стоило идти. Ну, хотя тоже полезно. Пятая эссенция, вот она мне точно не повредит. Не, ну может какой-нибудь там еще секрет есть? Не, хотя вряд ли. Нет, здесь больше никаких секретов в помине нету. Ну ладно. Вообще-то этих туманников можно встречать во многих местах. Я думал, нас эльф ждет, но хотя я так предполагаю то, что он довольно долго нас ждал. Не дождался, по ходу дела. Ты упрямый, Кольда. Геральт, я помогу. Да отойди ты в сторону нахрен. Хватит мной команды. Интересно, насколько хватит. Меня насколько хватит? Что это такое вообще? Смотрите, он открывает проход. Спокойно, сосредоточься. Какой упертый-то, а? Погоди, он что, хилится, что ли? А, понятно. Пока разрыв открыт, он хилится. Ага. Тогда... Так, у нас здесь что? Наверное, основная часть здоровья. Пошел ты нафиг. Фух, не успел он отрегениться. Ты как? Боялась, что... Не надо за меня бояться. Давай осмотримся. Малый глиф, зелье, тюрьмы, алмазная пыль, меч воина, дикой охоты. Что-то мало останков, как-то вам не кажется?
А не, нормально. То где здесь что говорил? Чертеж, перчатки топорника, улучшенная и Волга Урок. Мне сюда забраться, простите, пожалуйста. Честно. Ага. Ну ни хрена, я там в местечке оказался. Никак не забраться, да? Нет, как-нибудь дозаберусь. Я ж упертый. Ой. Мне нужен. Так, здесь ничего нету. Так, опять спирт. О, оливки. Ну, да. Что бы я без них, блин, делал? О, тут богато, смотри. Так, посмотрим сообщение. Зираэн, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топей. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Чё? В последний раз были вместе. Не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топий. Лира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховые топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. Хм. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и... столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Эй, дайте мне осмотреться тут. Что? Зелье, которое я ему дала. Зачем мы вообще пришли?
Так, старинная старшая кровь. Вот это я уже, похоже, вроде читал. Так, хозяйки леса. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Легенда о медведе, да вы прикалываетесь. Ладно. Новая статья Егоша. Че, простите? Введение, магию. Ну, кто хочет научиться колдовать, пожалуйста. А сейчас потом сожгут на костре, я не виноват. Должно быть, он сам сжег эти записки. Охоте на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Несложно было об этом догадаться, да? Так, что это у нас после белого хлада? Если из белого пепла и совместных... Блин, какие-то стихи, что ли? Да здесь и так понятно, что надо... О, чертеж сапоги, рецепт. Не, ясыпь. Таинственный чародей-травник. А стыбрить что-нибудь можно еще? Так, ну тут я вроде все осмотрел. Делать здесь больше нечего. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Я знаю, где найти доспех. Используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Так, друзья, кажется, мы пойдем сейчас собирать доспехи. Хотя, не считать того, что у меня уже уровень 10, а мне нужно 11. Слушайте, надо теперь, получается, бежать. Посмотрим, куда ведет проход. Так, два места было. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу, ты поможешь? Давай, что-то еще нахрен светильник. Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Гвеллатлан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Что за магический светильник, простите, вот пожалуйста. Очередная загадка. Здесь надпись. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку. Ну ладно. Хорошо. Это с собакой последний.
Этот кто? Ага, с собакой здесь двое. Ладно, давай тогда. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. И неплохо горит. Что он неплохо горит, мне ни холодно, ни жарко. Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. Потом этот. И дальше должен быть этот. Получилось. Ну правильно, два воина. И две собаки, как-то странно. Ладно, угадал, так угадал. Хотя, может, здесь в любом случае угадаешь. О, это какое-то эльфское святилище. Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? А если ты есть не ее? Стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Или они любовники, вообще-то. Это ищешь. Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что? Пошли, пошли. Дай-ка осмотреться. Погоди-ка. Да вы издеваетесь. Магия — это место силы. То есть... Ну ладно. Здравствуйте, дяденька. Как у вас дела? Эй, подруг, ты мне там помогать будешь или как? Борзой, блин. Блин, слушай, больно же. Второй голем. Слушайте, я не против так големов мочить. Правда, блин, я никакого бабла не напасу. Серемок. Горного народа. Масло против гибридов. Ну, как интересно-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Танцующая звезда. Там-там-там-там. Хрена тут. Не, надо было это раньше проходить. Так, ну у меня уже есть снятие... как называется-то? Теперь, короче, я могу спокойно практически... найти все доспехи, как в школу там кого? Кота.
Так, а что этот светильничек делает? Мне вот что-то интересно стало. Как мне отсюда нахрен выбраться для начала? А, погоди, так я сюда не должен был ходить, ясненько. Это место силы. Отсюда изливается магия. Геральт! Чё ты орёшь? Ну пошли, идёшь? То есть мне надо обратно идти. Ну это не интересно вообще ни разу. А, стоп. А, вспомнил, мне наверх надо. Это из-за фонариком её ходил. Идем? Куда она денется, блин, не волнуйся. Здесь пригодится глаз Нихоленый. Вот такой вот значок я запомнил хорошо. И где-то еще в одной пещерке этот глаз Нихоленый был. Так, это уже интереснее становится. Фух, наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири. Что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что? Решение, да? Ну, конечно, загляну. Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Молодец. Будь здорова, Кейра. Так, мне надо ее навестить и надо посмотреть, что с этим. О, а можно за ней сбегать сразу в портал? Погоди, 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 я за тобой. Это обидно. Так, ну это хорошо, я хотя бы теперь знаю, где. Куда мне нахрен занесло-то хоть? Ёшкин-то матрёшкин. Я тут не одурею бежать. Ну да ладно, побежали. Ну вроде по очкам опыта. От Кейры Мец. Порядок. Приглашение мне это как раз и нужно. Здесь я с ними что, справиться не смог? Я вот сейчас что-то как-то пытаюсь осознать и... И вот не могу никак понять. Ого. Так. Кое-кого загасили, это хорошо. Тихо ты.
Тихо. Давай этого теперь. Воу! Так, а здесь я что-то так полагаю, я здесь не был. Или я здесь был, а не по новой отрезке свечу. Что-то я не понимаю. Прям тут такая толпа призраков появилась. Кстати, мы это и проверим заодно. А, может я там под землей бегаю? Хотя я даже не знаю, как тут карта-то располагается. Я, конечно, могу предположить, что я тут бегал под землей. Да вы издеваетесь надо. Короче, эта хрень под землей расположена. Вот это обман. Хороший обманщик, ладно. Под мостом, говорите, я, да? Чё тут за сокровище может быть? С такой толпой, блин, долбанных призраков. Это ни хрена не весело. Письмо. Читаем. Дорогая Эльке. Мила. Так, там собачки. Че я здесь только призраков-то делала? Многовато, больно. Да вы издеваетесь. А теперь... Сдохни. Да, сейчас тебе. Это кому интересно, как я ту завалил. Так же в угол зажал и валил. И так же бомбы бросал. А где клад? Чё я сюда вообще задницу тараканил? Так, о, нашел. Здравствуйте. Ироса Магдыр. Чего, простите? Так. Вот броня 57. Блин, даже не знаю, что и сказать бы. Так. Ироса Магдыр. 4 уровня всего лишь, блин. Хреново, слабенько. Этот меч надо продать. Этот меч тоже самый не лучший. Так, новиградский длинный меч, я смотрю, неплох. Ну ладно, это я уж потом буду разбираться. Надо еще попродавать бы целую тонну хлама.
Времен драгон, я его покупал, ну да ладно. Здесь, оказывается, я и не был, друзья мои. Вот это как-то грустно и печально. Грустно и печально, то, что мне надо сейчас будет хрен пойми куда бежать здесь. О, блин, жесть. Аж сюда. Ну чё, давайте быстро пробежимся. Может, сейчас приключения еще найдем. Я это люблю. Точнее, как сказать, люблю. Я всегда их нахожу, где там нету их. Вот с собачками. Ой, волчата. А волчат-то я люблю. Вот засада. Я говорил, я их люблю, я их ненавижу. Ох, мне сейчас тут насуют-то по полному. Я что там, серебряным мечом с ними дерусь, я вот что-то понять не могу. А, у меня меч поломан. Так, стоп, у меня меч что, вообще в край поломан? 57, 42. Да уж. Это лучше оставить, я так думаю. Ладно, оставим. Так, а мне нужно масло против зверей. Хилок нету, ничего нету. Вообще милота. Такс. Масло против зверей. Ага. Такс. Ну что ж я могу сказать. Неплохо, конечно, но с волками воевать на такой вот гористой местности, ведь, походу, не каждый раз могу попасть. Здесь с ними лучше не связываться. Ну что ж, добежим тогда в следующей серии. Надо тогда будет в Новиграде сходить в этот храм. Думаю, не на запись, наверное, сейчас быстро добегу, плюяну всех противников в разные стороны. Сразу пойду в Новиград и попробуем достать снаряжение школы Грифона, если я не ошибаюсь. Потому что оно должно мне подойти, по идее. Я надеюсь. Или какое там снаряжение школы? Кота, что ли? Или змеи? Давайте сейчас посмотрим, как разогрузится. Я уже и забыл совсем нафиг. А, бляха, муха, опять с этими баранами воевать. Ладно, это уж не на запись. Так, охота за сокровищами. Ведьмачьи школы. Волка. Из огня в полымя. Ведьмачьи ценности. Снаряжение школы волка. Снаряжение школы. Используйте ведьмачье чутье, найдите чертеж, используйте. Так, школы кота. Почему 17 уровень? Блин, даже не знаю. Ну, ладненько.